Ребятки, всем добрый вечер. Как всегда на канале «Пиратская жизнь». У нас сейчас ночной дожор. Слава богу, говорила Мамана покушать. Вот, включила это ему «Что, где, когда». Как это, знаете, для ребенка мультики. Все покушала. Изъявил желание пельмешки. Вот, я ему сварила на воде, потому что ему что-то все пахнет. Вот, а себе сварила на бульоне. Потому что надеюсь, хоть что-то поест. Давай. Налетай. Правильно, правильно. Давай. На губочки. Давай. У нас еще компотик. Что за вопрос? Не знаю. Не знаю. Кстати, я хотела сказать, у нас же хорошая новость. У нас на первом нашем канале «Пиратский путеводитель» 21 тысяч подписчиков. Вот, ребятки, огромное спасибо, кто подписывается еще на наш канал. Я надеюсь, мы когда-нибудь его прям нормально так возобновим, и все будет хорошо. И спасибо большое, что вы нас подписываетесь. И спасибо большое, что вы с нами. Да. И здесь, и там. У меня прям счастье, что ребенок хотел покушать. Потому что реально вообще целый день ничего не ел. Вот почему-то видео у него как это... Издеваешься от мужа. Ну, прям издеваешься. Издевается. Врет все. Есть не, блин, дает. Есть не дает. Вообще. Одну полу колет. Я тебя сейчас так вколю. Вот будешь знать. Вообще. Давай ешь пельмени, пока горячие. Ну, это хорошие игроки. Да. Как там это главное-то? Касумов или как там? Во. Ну как у них предводитель это зовут? Балаш Касумов, вот. С какого хрена? Это Балаш Касумов. Это не он. Он. Нет. Да. Я тебя сейчас найду, хочешь? Хочешь. Давай. Легко. Балаш Касумов. Нет. Это Балаш Касумов. Это вот? Да. Балаш Касумов. А, не-не-не, это не Балаш Касумов. Балаш Касумов. Вон он сзади стоит. Ну вон, молодец. А Балаш, это Олесь Мухин. Вот, точно. Видишь, молодец. Что, музыкальная пауза? Гонишь тут, да. Так, чуть потише. Балаш Касумов. Ну, все, давай. Хрена не знаешь. Давай тогда, щелбан. Щелбан, давай, я неправильно была. Да. Давай, кушай. У тебя вон здесь вон какая-то фигня. И чё? Ну ешь давай. Отстань от моей фигни. Отстань от моей фигни. Господи. Ну я сейчас брошу все здесь. Уйду. Уйду. Ну не ешь, господи. Чё я тебе-то? Тут 5 штук. У меня по математике 2 была. Я что-то тут вижу как минимум 8. Я говорю, по математике 2 была. Mm-hmm. Просили 5 штук, ну, где-то 8. Я это от души как это, как рука взяла, вот так и насыпала. Да. Зря не захотелось, бульон очень вкусный. Mm-hmm. Давай, налетай. Он приходит вот так, как с ребенком. Ну покушай. Давай, пока тепленькие. Mm-hmm. Тебе надо перед таблетками? Давай. Мало чего не надо. Я просил 5, а не 8. Съешь, сколько тебе надо. Господи. Съешь 5. Я же запас, вдруг ты во вкус войдешь? Да, конечно. Чтоб 10 раз не вари. Давай. Ну ничем не пахнет. У тебя не пахнет. Мне все. Я свои отодвинула. Может быть, от моих пахнет. На воде сварила. Даже вот горошек не добавила, ничего не добавила. Попросила чисто на воде. Ну хоть что-то. Вкуснейший бульон. С мясом, ну не хочет.
пельмени. Хоть что-то. Давай-давай. Сейчас у таблетки выпал, немножко температура упала. Вот только сейчас. Хоть что-то. Себя запихать. Пока упало, да? Угу. Как говорится, пока температура упала, сразу запихивать. Блин, сколько уже? 7 дней, а все вот никак. Нету улучшения. Где-то получается каждые 12 часов у него повышает температуру. Вот хватает таблеток на 12 часов. А уколы того меньше хватало. Так вот. Ну, наверное. Я вот думала вообще делать на Новый год вообще какие-то салаты. Ты будешь есть там? Это я наделаю, а ты их есть не можешь. Уже к тому времени выздоровел. Ну, сколько осталось? 4 дня? По крайней мере, лучше станет. 4 дня осталось до Нового года. Я очень надеюсь, что тебе будет лучше. Гузеева. Mm-hmm. Нагиев, как всегда, на Первом канале. А куда счет? Лобода. Хорошая песня. Мои глаза. Давай-давай. Никогда не думала, что я буду так радоваться, когда, блин, муж лишний немножко. Ну, вообще. Думала ли я, что у этого человека никогда когда-нибудь не будет аппетита? Это прям удивительно. Компот, кстати, очень хорош получился. Давай-давай. Тебя там все переживают. Знаешь, сколько сообщений пришло? Все тебе желают здоровья. Даже дети тебе говорят, дядя Вова. Да, да, да. Пей витамин D. Да, где? Ну, я же тебя включала. Угу. Да. Давай, кушай. Ну. На будет съесть. Ты в окне. Вот такие вот огурцы, помидор, что я сделала. Ватные. Огурцы реально, видишь, даже. Видно, они высохли. Угу. Сразу. Угу. Ну, еще более-менее. А эти уже все. Как вата. Что ты хочешь? Вот, и стоят они 250 рублей. Ну, да, в конце нужно. Ну, больше какие-то импортные, да? Русские, короткоплодные. Там же есть это, по-моему, наши местные. Да нет. Обычные, длиннопопые. Длиннопопые? А мои огурцы еще так, грандиоза. Еще выпендриваются огурцы, не такие. Конечно, не такие. Там советую в комментариях тебе кашу варить. Ага. Я такая, знаете, прочитала. Так, Вова и каша. Я уж молчу про больного. Шестой раунд. Давай. Ты хочешь съесть пельмешку? Встань. Я все вижу. Я
Все, не буду на тебя смотреть, давай. Все, я на тебя не смотрю, давай. Ешь. Все, ребят на тебя не смотрят. Давай, давай, кушай. Ты съел только три. У меня все пельмешки записаны. Пытаюсь как-то бодрить, веселить. Улыбается уже счастье. Через не хочу, нужно заставлять есть. Хоть что-то. А то что, считайте, пельмени, сразу и хлеб, и мясо, и компотик он забывает. Я в следующий раз, это знаете, когда он скажет, сколько мне пельмешек, 5, я вот такие куплю. Ты же сказал 5. Это 5. Купишь 5 мантов, да? Да. Хинкали. 5 хинкальков съешь? Ну да. Лучше бы съел 10. Даже 10? Слушай, а помнишь, у нас это уже хорошая есть, это, кафешка-то? Вот давай так, ты вот выздоровеешь, и мы закажем жареные хинкали и шашлык заказываем. Вкусные. Жареные хинкали вот так. Вареные хинкальки. Хорошие, вкусные, с баранинкой. Ну, тебе надо выздороветь сначала. А чтобы тебе выздороветь, тебе нужно есть. Потому что, понимаешь, все взаимосвязано. Че? Че, зубы крошатся? Зубы. Это там... Косточек, пельмени. Ну давай, давай. Ну, барашек такой был. Ну это отдохни. Они отдохнули, когда делали пельмени. Вот так мы едим. Ай, господи. Опять ничего не съел. Почти съел. Почти съел. Хоть сколько-то. Ну, блин. Слава богу, хоть что-то. Чтобы не так сильно желудок сажать. Сейчас вот, кстати, сделаем тебе антибиотики. Выпьешь все-таки таблетку. Совсем уже руки ничего не держат. Ладно, пускай хотя бы сок выпьет. Все хорошо. Ладно, моя хорошая, увидимся с вами завтра. Вот, видите, не ест ничего. Вот. Ну, хоть что-то съел. Всех любим, всех целуем. Держите кулачки за то, чтобы выздоровел наконец. Все. Спасибо всем, что нас смотрите. Подписывайтесь. Ребятки, всем успехов, всем здоровья. Всем спасибо, всем пока. Пока.